74-летний композитор, автор песенник Вячеслав Добрынин выступил с сообщением, что отказался участвовать в новом сезоне популярной передачи «Три аккорда». Музыкант объяснил свои мотивы. «В новом сезоне «Трех аккордов» меня действительно не будет. Я от всего отказался. Меня активно звали, предлагали участвовать. Но я не снимаюсь сейчас вообще ни в каких программах. Мне комфортнее жить без телека», — признался Вячеслав Добрынин. Композитор объяснил, что ему просто стало неинтересно. «Не может все одно и то же повторяться из года в год», — сказал 74-летний мэтр.